В Казани обнаружено тело без вести пропавшей 49-летней женщины. Ее видели 19 августа, отъезжающей на своем автомобиле Volkswagen Tiguan от остановки Сады на улице Гвардейская. С тех пор о ее местонахождении было ничего не известно. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования было установлено, что из Казани она не выезжала. Банковскими картами и счетами не пользовалась. Автомобиль потерпевший был обнаружен у дома по улице Товарищеской, а в нем тело владелицы без внешних признаков насильственной смерти. Также в автомобиле находились деньги и ценности. Установлено, что в конце августа на протяжении нескольких дней женщина жила в автомобиле, распивая при этом спиртные напитки. В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти.